Так, ребята, всех приветствую. Сегодня очередной выход в лес. У меня, конечно, по плану сегодня было немножко другой совершить маршрут. Но за ночь, вот сами видите, что получилось. Навалил снег. Погода где-то, ну, минус один, ноль, плюс один, где-то вот так вот в этом диапазоне. Ну и в результате я сегодня решил все планы поменять. Просто выйти в лес, запечатлеть первый снег, показать это дело вам, как оно бывает. Ну и чтобы выход, так сказать, был более интересным и насыщенным, попробую сегодня пройтись. Если получится, показать вам следы животных на снегу. Данный лес, он, скажем так, расположен вблизи населенных пунктов. Трасса вот здесь рядом. В принципе, вот этот квадрат, он где-то 2 на 1,5 километра. Ну, зайцы, по крайней мере, лисы, там всякие другие грызуны тут, в принципе, есть. Если нам сегодня повезет, возможно, какие-нибудь следы и заметим. Ну, пока так. Будет что-то интересное, я включусь. Следим за выпуском. И вот посмотрите, как за ночь буквально все преобразилось. Это совершенно другой лес. Вот так вот. Ну ладно, все, я пошел. Будут интересные следы или что-то интересное, я включусь. Давайте, до связи. Вот зашел немножко в лес. От тропы свернул. И вот посмотрим, есть ли что-нибудь здесь. Это вот кусты черники. Вот так выглядят. В снегу все запорошены. Муравейник. Надеюсь, узнали. Так. Ну и пока... Пока ничего из следов не видно. Но, по крайней мере, мы еще и зашли недалеко. Конечно, в зимнем лесу это супер. Хотя это еще осень, и все это еще растает не раз. Тем не менее. Ну ладно. Опа, ребята, смотрите. Вот они, первые следы. Видите? Вот. Первые следы. По-моему, что-то там было. Ну да, вон, туда пошли. Туда пошли. Вот так вот. Жизнь есть. Так, ладно, я пойду дальше. Здесь вот что-то. Или это просто снег так с веток опал. Ладно, я пойду дальше. Что найду, покажу. Давайте. Ребята, следы не заставили себя долго ждать. Я вон ушел оттуда. Вот тропинка, как вы видите, идет. И вот посмотрите, заячьи следы. Ну вот мои идут, это я тут зашел. А вот зайчи пошли. Вот раз, два. Вот он. Это заяц. Вон он. Вот шел вот так. Прыгал, прыжками шел. Вот туда пошел. Вот так вот. Следы есть. Отлично. Я думаю, мы сегодня еще... Увидим и зайца. Может быть, лосиный след попадется. Всяко бывает в таких местах. Ну, вообще, этим зима и снежный покров и интересны. Вот. Это вот дятлы занимаются такими вещами.
Снежный покров тем и интересен, что гуляя по лесу, можно увидеть то, что на первый взгляд особо-то и не видно. Вот они. Вот он, заяц. Вот он. Ну ладно, пока отключаюсь, увижу еще следы, включусь. Давайте. Вот такое место. Ну вот сейчас опять попались следы. Тоже, наверное, заяц. Вот они пошли. Вот, видите? Старенькие следы. Ну, не совсем давние, но тем не менее. Не свежие. Вон они пошли. И вон туда. Туда пошел заяц. Интересно. Причем, ребят, повторюсь, что самое интересное, вот здесь, как я уже сказал, буквально вот метрах в 500 находится уже трасса проходит, там дачные участки какие-то. То есть это не какая-то там чаще. Хотя, примерно вот в 2,5 километрах от этого места я уже встречал в свое время более серьезные следы, более серьезных зверей. То есть там лось часто, причем попадается на фотоловушку. Что-то крупное проскальзывало, но я не разобрал, что быстро прошло. В общем, интересно. Главное наблюдать и проявлять интерес к этому делу. О, как лес преобразился. Вообще. Ну вот зимой, может быть, где-нибудь здесь, в этих местах. Где-нибудь здесь, может быть, и заночую, попробую. Посмотрим. Дров полно. Напиливать ничего особо не нужно. Вот все готовое лежит. Ну ладно. Сейчас пойду дальше. Надеюсь, какие-нибудь следы сегодня еще увидим. До связи. Вот очередное пополнение нашей коллекции следов. Вот след идет из леса на тропинку, вон туда. Вот видите, они пошли. Вот там мой большой, а вот маленький. Раз, раз, раз. Раз, раз. Вот они пошли. Куда-куда идут? Вот они идут, следы. Это, наверное... Вот они пошли. Сложно мне сказать, кто это. Я не охотник. Но... Похоже на лисий след. Вроде бы. Это уж, наверное, не заячий. Причем недавно прошла, видите, вот снег. Только... Скорее всего, лиси. Вон оттуда пошло. Свежак. Недавно пробежала. Хотя, я, ребят, могу и ошибаться. Не охотник, повторюсь. Поэтому, если кто-то разбирается в этом деле... Ну, поправят, будет хорошо. Мне важен сам момент, сам процесс того, что вот идешь, и ты видишь, что лес, в принципе, живет. Что говорить о том, если углубиться вообще куда-нибудь вглубь. Вот, пожалуйста, бегает зверье.
такие вот завалы встречаются. Летом ходил в походы, вот такие вот завалы на протяжении, ну, метров по 300 в лесу есть. Такие поляны вот полностью заваленные. В принципе, их и не обойти, ничего. То есть приходится вот так прям лезть. Занятие не из приятных. Но ничего. Все в пользу. Мне вот интересно, лосиный кабаний след сегодня увидим или нет. Теоретически можно. Даже здесь, даже в этих местах. Сейчас в лес народ не особо ходит. Вот последние недели три, наверное. Зверь, в принципе, подходит немножко сюда. Кстати, сейчас шел, пару птиц достаточно крупных спугнул. Не успел заснять, к сожалению. Так, ну а вот здесь уже, судя по всему, вот видите, свежие следы идут. Здесь уже, наверное, шла вырубка. Да, вот начали пилить. Ну, с одной стороны, дело нужное. Завалы расчищают. Главное, чтобы лишнего не брали. Ну, понятно, что здесь, вот видите, уже все свежак. Наверное, уже рассчитывать на встречу интересных следов не придется. Ладно, пока выключаюсь, там посмотрим. Снова следы. Вот они пошли. Тут, кстати, заметил, кто-то еще передо мной прошел. Вот они пошли. Наверное, охотник какой-нибудь. Но тем не менее, вот видите следы. Вот они. Пока их мало. Но вот когда снег уже полностью ляжет, весь лес будет в следах. Там что-то разобрать уже будет достаточно сложно. Жизнь продолжается, все будут бегать, прыгать. Там так натопчат, что... Ой-ой-ой. Черника в снегу. Ну вот пока так. В принципе, еще немножко погуляю. Но сейчас у меня будет там маршрут через деревню одну лежать, поэтому вряд ли что-то. Вот, кстати, заяц. По-моему, небольшой. Вот он, видите? Вот он. Вот они, его следы. Поэтому на сегодня, наверное, все. Но, тем не менее, уже хорошо. Вот следы. Тут у них прям что-то такое было. Бегали, прыгали. Дома я буду примерно часа через два.
Ну, в принципе, нормально, такая зарядочка есть. Немного прогулялся. Здесь вот видно, уже люди вовсю ходили. Вот видите, натоптано все. Ну, нормально. Ждем снега, когда он ляжет уже полностью, и на лыжи. Пока отключаюсь, до связи. Возвращаюсь домой, решил пройти вот этим полем. Вдоль поля пару следов попалось, но следы старые, поэтому снимать их не стал. Ну и потихонечку приближаюсь к дому, все ближе. Вот такие места здесь. Это уже участок вблизи деревни. Тут до деревни метров, ну сколько, метров 150, наверное, вот так. Справа от меня речушка, которая летом практически пересыхает, а весной разливается так, что перейти ее просто нереально. Все в снегу вообще. Все поменялось совершенно. Ну и вот здесь сейчас пройдем по дороге. Иногда выходит сюда зверь, перебегает в те леса, вон туда вот. Может быть, и попадутся какие-нибудь следы интересные. Хотя уже сама по себе картинка. Вот снег, желто-зеленые березы, облака такие вот тяжелые идут. Нормально. Есть на что посмотреть. Вот это я топаю. Это мои следы. Ну ладно, пока отключаюсь. Что-то интересное будет, покажу. Смотрите, как снег красиво лег на верхушке. Давайте, ребят, до связи. На этом, ребят, наверное, все. Вот за тем лесом я уже выхожу. Вон там. Ну и там уже населенные пункты начинаются. Там все, уже интересного мало можно найти. Ну а здесь пока вот посмотрите. Первый снег на елях, елочках. Вот такой вот прекрасный вид, можно так сказать. Самое интересное, что по прогнозу следующая неделя, где-то вот с понедельника, со вторника, там уже плюс 3, плюс 4, и к концу недели до плюс 10-13 градусов. То есть, естественно, все это дело, оно растает. Но мы этот момент с вами поймали, вы посмотрели. Надеюсь, было приятно. Такая небольшая прогулка получилась лесная. Ну, на этом все. Я сейчас еще немножко помолчу, поснимаю, вы смотрите.
Ну все, на этом пока. Я им попрощался. И вот иду, вот мои следы, и вот дорогу пересекает какой-то грызун, пробежал. Вот видите? Вот они следы. Какой-то грызун. Весело? Вот так, давайте. До связи. Ну вот, ребят, минут через 20 я буду дома, наверное. Опять пошел снег вновь, как вы видите. Вот он как идет. Но это все еще растает, буквально на следующей неделе. Ну, по результату, прогулка сегодня удалась, все нормально. Следы мы увидели, по лесу погуляли, по заснеженному, по первому снегу. Так что все будет нормально. Всем удачи, здоровья. Ну и хорошего настроения. До встречи!